Кеша. Кишунь. Мы тут. Иди, иди, папы нет. Но есть мама. Мама подойдет. Ой, там кричит Маня. Кишунь, привет. Ну, папа еще работает. Степа, тут у меня, Степочка, как-то можно помягче это все выделять, да? Бася поужинал. Ну, а сам, Кишунь? Нет, Кеш, сам. Угу. Иди по лестнице сюда, иди. Иди по лестнице, иди. Давай, перевазь. Кеш. Давай, давай, давай. Опа. Давай сюда. Кешунь. Кеша. Ну ты же прекрасно уже по лестнице заходишь. Давай, 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 давай. Давай. Не надо по штанам. Все. Ла-ла. Кеш. Давай, 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 давай. Давай по лесенке, давай. Кеша хороший. Иди поговорим, иди. Иди. Поговорим, иди. Стёп, слушай, так больно, а, Стёпочка. Ну что ж, ну мягче как-то нельзя. Идём. Стёп. Ну, это такая цель. Вообще. Ой. Стёпа. Не знаю, друзья, как это вообще снять. Так, чтобы показать, как это. Он прям так вот держит жестко. Да? Ну, надеюсь, нас видно, да, Стёп? Кишуня. А Кеша не идет. Что? Кишуня. У нас сегодня целый день переезд. Что, Кеш? Что? Ой, как ты любишь маму. Ой, как же ж ты. Смешно, да, Кеш? Смешно? Что я сказала, что Степа маму любит? Да. Ну на. На голове. Иди, Кишунь. Это не самое, не Маня. Иди. Да. Это, ой, Степа. Пожалуйста. Ботва, да, это твоя ботва. Да. Я думала раньше, что ты зовешь ботву попугаев. Но теперь я думаю, что ботва в ту... Степа, ну что? Ужас какой. Теперь я думаю, что ботва в Кешином измерении это гамадривый и кот. Стёп, ну больно, но я тебе пишу, ну... Стёп, я думала, что боль это Стёпа. То, что Люся делает со мной на голове. Оказывается, то не боль. А боль это то, что Стёпа делает на голове. Угу. Да? Потому что у него, скажи, такие цепкие лапы. Все. Все. Где твой Денис, а? Ему уже все равно, сколько у него волос осталось на голове. Он женат, понимаешь, ему уже не надо жениться, красоваться. Можно и все потерять. Степ. Не знаю, надо, наверное, уже, друзья, кто-то мне написал селфи-палку. У меня есть селфи-палка и стабилизатор. Все. Все у меня есть. Да, татуа, татуа. Француз ты мой. А? Ты звонить будешь кому? Татуа? Как бы у этого слова, вот, Кеш, меня интересует, да? Ты тоже не всю жизнь жил у Ольги Ивановны. Когда-то тебя тоже кто-то отдал. Меня интересует, вот ты что, у французов жил раньше? Потому что иногда у тебя Жанема,
татуа, сижу, выходит. Да? Мне кажется, что Жоя у нас подпольная кличка француз. Что то ли его учили французскому языку? Да? Татуа, татуа. А тут, а, по-моему, это замолчи или что-то такое на французском, друзья, кто знает. Поправьте, но мне кажется, так переводится. Да? Кеш, что у? Сознайся, ты француз? Нет? Или да? Нет? А кто, ты русский? Степа, мне больно уху. Степа, я не вижу Кешу, а это... Степа. Степа. Я же тебе говорю, не видеть Кешу. Я не знаю, что видите вы, но это каждый день. По нескольку раз в день это жесть. Да, татуа. Мама тут. Ну, ты Маню зовешь? Не надо. Ой, Степ, ну что же в глаз, да? Что? Кеша, Степа мне в глаз зарядил. Ой. Всей пятерней. Так, Кеша, 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 подожди. Кеша, подожди, мы делаем с тобой большую ошибку. Запустив Степу туда. Степа, там нет пюрешек. Закончились. Степа, пюрешки. Кеш. Что? Тута, тута. Кишунь. Ты ж посмотри, оставь Басю, ну ты что ж ты делаешь-то, а? Степ, оставь. Степ, ты что, манишь?